Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пионер. Главная тема выпуска. Приземлился, несмотря на нелетную погоду, легендарный штурмовик Л-2 вернулся на кольцо Кирово-Московское. Крупнейший в Поволжье госпиталь, клиника «Мать и дитя», откроется в начале 2018 года. Большая чистка. Самара до конца года должна освободиться от незаконной рекламы. Конструкторы называли его летающим танком, пилоты – бетонным самолетом, фашисты прозвали «черной смертью». Легендарный Ил-2 вернулся на постамент на пересечении Московского шоссе и Кирова. Сейчас заканчивается монтаж, нужно еще покрасить сам постамент, уложить плитку на площадке возле памятника. Но, несмотря на непогоду, рабочие трудятся, не покладая рук. На месте побывала Марианна Мирная. 2 года назад легендарный штурмовик Л-2 улетел, но обещал вернуться. И вот сегодня он вновь занимает свое почетное место, украшая кольцо Московского шоссе и Кирова. Еще в декабре 2015-го для строительства развязки самолет, установленный 9 мая 1975-го, демонтировали и отправили на ремонт. В ночь на понедельник его привезли по частям. Рабочим пришлось монтировать 12-метровую машину под проливным дождем. 40 человек трудятся с 7 утра, понимая, какой важный символ – штурмовик, за несколько дней перед парадом памяти. Вчера мы, когда только привезли самолет, мы начали сами себе фотки на фоне самолета. Так было классно. Сейчас идет укладка плит. Надо докрасить постамент под самолетом. Дождь мешает. Надо сейчас опять закрыть пологом, чтобы дождь не капало, и покрасить, обсушить. После реконструкции Московского шоссе конфигурация развязки и проезжей части, как и раньше, не предусматривает пешеходных переходов, по которым можно попасть внутрь кольца. А вот заезд для автомобилей сохранился. Завершить все работы полностью должны к 7 ноября. Марианна Мирная, Константин Головин. События. Клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре уже практически построен. Предполагается, что в начале 2018 года он примет первых пациентов. Но уже сегодня новостройка впечатляет масштабами. При строительстве применяются только самые передовые технологии, а скоро в госпиталь завезут современное оборудование. Олег Зверев в выходные побывал на стройплощадке. Даже по внешнему виду уже можно судить, что строится нечто грандиозное. Клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре станет одним из крупнейших в России. Общая площадь здания 16 тысяч квадратных метров. Все практически построено. Сейчас идет отделка и оснащение. Уже в начале 2018 года клиника откроется для пациентов. Самарский госпиталь рассчитан на 1500 родов в год, проведение 600 циклов ЭКО и 150 тысяч амбулаторных посещений. По масштабам он выходит за рамки регионального значения и будет обслуживать как минимум весь Приволжский федеральный округ. Сегодня здесь слышен строительный шум, а уже менее чем через полгода в этом здании будут появляться на свет новорожденные граждане России. В госпитале установят самые современные оборудования, по оснащенности он будет одним из лучших в стране. Качество работ оценил глава региона Дмитрий Азаров. Проект реализуется при поддержке областных властей. Для области принципиально важно, что в Самаре будет такой центр. Объем работ уже проделан очень большой, и я рад тому, что опыт уже открытия центров других регионов, он здесь в полной мере использован. Более того, здесь уникальный проект, это очень серьезные инвестиции, 3,5 миллиарда рублей. Для нашего региона такие проекты крайне важны, мы должны их сопровождать буквально в ручном режиме, помимо того, чтобы выстроить систему, конечно, привлечения инвестиций. Клинический госпиталь репродуктивных технологий станет продолжением Самарского медицинского кластера. Специалисты, прошедшие подготовку в медицинском вузе, ценятся в разных городах и странах. Со временем они станут основой кадрового состава госпиталя, который будет работать совместно с университетом. У нас сейчас в Москве работают выпускники Самарского университета, который проходит у нас ординатуру, мы готовим в дальнейшем для перевода сюда. Также я хотел бы представить, здесь присутствует Сергей Игоревич Арабаджан, который заведующий отделением из госпиталя Лапина, который переезжает в феврале месяце и будет здесь главным врачом. Очень много врачей придет из Москвы, из московского региона. Но вместе с тем, конечно, мы очень хотели бы, мы просили Геннадия Петровича, чтобы мы стали университетской клиникой, клинической базой университета Самарского. А это значит, что госпиталь будет заниматься не только лечением, но и научной работой, создавая свои медицинские технологии. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Космос для всех, а не только для космонавтов. В Самарском университете проходит международная конференция с участием управления ООН. Представители 42 стран обсуждают международные программы по гармоничному продвижению человека в космическое пространство. Самара в этой встрече играет важную роль, как космическая столица. Сюжет Олеси Корецкой.
Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америка. Представители 42 стран собрались в Самарском университете на практикум ООН. Как сделать космические достижения полезными для всего человечества? Мы все понимаем, что космическая индустрия уже по определению является одной из ведущих в области инноваций. И при освоении космического пространства мы ставим перед собой такие амбициозные цели, что достичь их можно только с помощью высоких технологий. Мы обязаны использовать технологии из других областей. Искусственный интеллект, биотехнологии – это поможет нам развиваться дальше. В приоритете также развитие микроспутниковой космонавтики, навигационных систем, космической связи для телемедицины и прогнозирования стихийных бедствий. Самару для встречи выбрали не случайно. Именно здесь сосредоточился кадровый и научный космический потенциал. Люди – это главное в освоении космоса, уверены участники практикума. Как развивать человеческий капитал, мировой человеческий капитал в интересах сохранения нашей небольшой по космическим меркам планеты Земля. Сохранить и людей, сохранить и жизнь, сохранить комфортные условия. Для этого мы должны вместе работать. Я уверен, что проведение такого форума крайне важно для региона. Это даст очень серьезный толчок научным исследованиям в университете. Но что не менее важно для меня, это то, что о нашем регионе узнают еще больше людей в разных странах. А значит, у нас есть больше шансов привлекать сюда специалистов, привлекать сюда студентов для обучения. Сейчас самарские ученые участвуют в программе Роскосмоса «Стратегия развития до 2030 года». В разработке новые космические аппараты с ракетой «Союз-5», в создании которой участвуют самарские предприятия. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. На этой неделе в Самаре на участке улицы Новосадовой от Полевой до Первомайской вновь откроют движение. Там положили новый асфальт, установили дорожные знаки и светофоры. Движение запустят после отмашки ГИБДД. Напомним, этот участок Новосадовой был закрыт на протяжении 10 лет из-за строительства соединительного тоннеля до будущей станции метро «Самарская». Предполагается, что по Новосадовой запустят сквозное движение по трем полосам в сторону города и по двум в противоположном направлении. 5 цистерн с дизельным топливом сошли с железнодорожных путей в Самарской области. Инцидент произошел возле железнодорожной станции «Водинская» в Красноярском районе. На место происшествия выезжали пожарные, спасатели и ремонтники железнодорожных путей. Повреждения контактных линий и возгорания топлива не произошло. На движение поездов ситуация также не повлияла. Жертв нет. Михаил Шувалов избран директором Академии строительства и архитектуры при Самарском государственном техническом университете. За кандидатуру проголосовал ученый совет СамГТУ. Ранее Шувалов занимал пост декана факультета инженерных систем и природоохранного строительства. Лето прощай. В Самарской области на зимнюю навигацию закрылись летние остановочные пункты Шелехметь, Виновка, Нижний пляж. Следующими 7 ноября закроются станции Ширяева и Поляна Фрунзе. Речные пассажирские перевозки на линии Самара-Рождественна будут работать вплоть до ледостава. После будет дан старт зимней навигации и начнут ходить сюда на воздушных подушках. День народного единства станет последней возможностью дополнительно отдохнуть в этом году. Выходные продлятся 3 дня, включая понедельник, 6 ноября. Торжества пройдут на отремонтированной площади Куйбышева. Жители и гости города смогут пройти виртуальную экскурсию по Самара-арене, увидеть 3D-макеты объектов, символов Самары. А в финале выступит популярная группа «Квест Пистолс Шоу». Количество поездок по социальным картам для пенсионеров на муниципальных маршрутах увеличено до 90. Решение вступит в силу с ноября этого года. Соответствующие изменения в постановлении правительства были сегодня внесены на заседание регионального кабинета министров. Также некоторые льготники смогут рассчитывать на возврат социальных выплат. Их будут платить работающим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также ветеранам труда Самарской области в случае, если их пенсия не превышает 13,5 тысяч рублей. Деньги можно будет получить через отделение связи или сразу на банковскую карточку. Пенсионеры смогут сами решить, как им удобнее. Найдено вот на сегодняшний момент такое решение, которое позволит нам поддержать людей, которые имеют статус ветеранов труда, при этом имеют пенсию ниже, чем средняя по Самарской области, конечно же, эту ситуацию нужно исправлять. Между тем, в регионе утвердили новый прожиточный минимум. Сколько он составляет, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст.
Здравствуйте. В начале рабочей недели нефть прибавляет в цене. За баррель марки Brent дают $60.50. Курс валют на сегодня. Доллар 58 рублей 8 копеек, евро 67 рублей 52 копейки. Золото стоит 2367 рублей, серебро 31 рубль 22 копейки за грамм. В самарских отделениях банков дешевле всего. Доллар можно было купить за 58 рублей 28 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 77 копеек. Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую и творческую работу. К 2025 году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. 60 тысяч человек в стране вовремя не получают зарплату. Общая задолженность превысила 3 миллиарда рублей. А в Самарской области утвержден новый прожиточный минимум. Теперь он составляет 10 014 рублей. Но не спешите радоваться. Это на 71 рубль меньше, чем в прошлом году. На этом все. Удачи в делах! Полностью решить проблему незаконной рекламы в Самаре планируют до конца года. Сейчас в городе выявлено 250 незаконных рекламных конструкций. В основном они находятся на частных землях. На муниципальной осталось 16 щитов, их уберут в ближайшее время. За неделю с улиц города вывезли более 100 баннеров. В планах демонтировать еще 47. Щиты, которые убрали ранее, продолжают утилизировать. На еженедельном совещании в мэрии глава города Олег Фурсов поручил особое внимание обратить на незаконные киоски. Особенно острая проблема стоит в Куйбышевском районе. Сносят киоск, там через два дня на этом месте возникает новый. Там надо принимать меры, понимаете? Мы же не для того вот пикируемся, да? Вот, мы работаем для того, чтобы эти киоски не появлялись. Контроль продолжается по линии департамента, поэтому с Андрияновым работайте поплотнее. Он информацией владеет. Массовая ликвидация незаконных рекламных щитов – одна из проблем, которая копилась в Самаре годами. Благодаря современным трендам муниципального управления и усилению финансовой дисциплины Самара становится благоустроенным городом. В рекордные сроки приведена в порядок дорожная сеть, а по закупкам общественного транспорта тоже установлены рекордные показатели. Олег Зверев подробнее. Почти 200 единиц общественного транспорта. Даже в советские годы в Самаре не было такого пополнения парка. На маршруты вышли 125 автобусов, 30 трамваев, 39 троллейбусов. И даже в недалеком прошлом вряд ли можно было предположить, что больше половины городских дорог приведут к нормативным требованиям. Построены новые развязки, выполнен капитальный ремонт Южного моста и путепровода «Аврора». Строится Фрунзенский мост и новая трамвайная линия. Проводится оформление города к чемпионату мира по футболу. Планка была поставлена очень высокая. Мы сегодня видим, что у нас гостей сетевой маршрут практически готов. Он действительно стал как современный город, как город западного образца, как город, в котором совершенно легко жителям ориентироваться. Вот. И, соответственно, не стыдно совершенно показывать его нашим гостям. Самара стала заметно чище. Закуплено 145 единиц спецтехники. 1 ноября начнется строительство снегоплавильной станции. Более 50 организаций подписали с городом соглашение о сотрудничестве в создании комфортной среды. Более 500 000 горожан приняли участие в работах по благоустройству в рамках акции «Поработал, отдохни». С улиц убирают лишние киоски, пивнушки и рекламные щиты, которые работали нелегально. Я считаю, что за последние вот несколько лет как-то город стал чище, похорошел, преобразился. Ну, а то, что мы хотим еще лучше, ну, наверное, это наши мечты. Безусловно, положительно отношусь к изменению на дорогах, к старым зданиям, которые реконструируются, и вообще в целом состояние города. В Самаре стало меньше проблем в сфере ЖКХ. Впервые за много лет переложена рекордная протяженность тепловых сетей – почти 24 километра. В итоге отопительный сезон в городе начинается вовремя и без проблем. Трубы на горячие. Потрогал – горячие во всех комнатах. Тепло превосходно, даже жарко. Было 28 градусов. Даже одну дверь на балкон приоткрываем. Поэтому благодарен администрации, которая проследила, организовала и вовремя включила. Все это удалось сделать в условиях ограниченного финансирования за счет эффективного расходования бюджетных средств. В городе усилена финансовая дисциплина, проведено оздоровление муниципальных предприятий, многие из которых увеличили свою прибыль от 3 до 5 раз. Олег Зверев, Вадим Быстров, события. Черная страница в истории России. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. В парке Гагарина скульптура «Спас» почтить память собралось 150 человек. Это люди, которые не понаслышке знают, каково это терять близких по вине государства. Репортаж Даниила Лучко. Вечная...
Почтить память и возложить цветы пришло около 150 человек. В годы Большого террора многие из них потеряли самых близких. Когда-то на месте парка Гагарина был дачный поселок НКВД «Барбыш». 80 лет назад это название звучало зловеще. Здесь было расстреляно около 2000 невинных. Мне было полгода, когда мне расстреляли папу. Ну, здесь же, вот именно здесь же, в парке Гагарина. Он был, в смысле, вот тут написано, что железнодорожники ранее. Вот он на железной дороге с слесарем работал. Вот я почему говорю, что память, она до тех пор существует, пока мы помним. Я рассказываю своей дочери, расскажу, конечно, своим внукам. Но память уходит и уходит. И люди точно так же, ведь они живы до тех пор, пока мы их помним. За 30 лет в Куйбышевской области было репрессировано 40 тысяч человек, расстреляно около 5 тысяч. Врагов народа отправляли в исправительно-трудовые лагеря, где они впоследствии и умирали. Реабилитировать пострадавших начали только после смерти Сталина. С выходом закона о реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 года стали выплачиваться денежные компенсации и предоставляться льготы. Пожизненная компенсация, это государство назначало, вот тем законом назначили выплату за те потерянное имущество, за те страдания, которые понесли жертвы в свое время. Даниил Лучко, Максим Гусев. События. Им всего по 10-11 лет, но выбор, который они сделали, вполне осознанный. Первокурсники Самарского кадетского корпуса МВД России приняли присягу. Поздравить новобранцев прибыли первые лица области, города и Самарского главка МВД. Олег Зверев тоже побывал на торжественной церемонии. Теперь он первокурсник и будущий офицер. Для Саши Семенова сегодня самый торжественный день в жизни – присяга родине. Всегда мечтал стать полицейским, а учиться в Самарский кадетский корпус МВД России приехал из Орловской области. Говорит, что уже нашел новых друзей, а нагрузки и дисциплина только на пользу. Можно стать здесь мужчиной, тут как бы научат тебя. Но тут больше спорт важен, потому что, ну это... Как бы будут разные соревнования, и на них надо, то есть надо тренироваться, чтобы завоевать хорошие места. Основной акцент делается на дисциплину. Также идет строевая подготовка у детей. Главное, чтобы у ребенка было желание. Если желание есть, то у них, в принципе, все получается у всех. Прохождение знаменной группы кадеты встречают по стойке смирно. Устав и строевую подготовку изучали 2 месяца, так чтобы в этот день все прошло безупречно. И слова торжественной клятвы звучат уже осознанно. В ряды российского кадетства торжественно клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, строго выполнять устав корпуса и приказы командиров и начальников. Впереди у первокурсников 7 лет учебы, по окончании которых самый важный профессиональный выбор. Я вам хочу пожелать, чтобы вы прилежно учились, постигали тонкости науки полицейской. Впоследствии закончили те учебные заведения, которые вам были бы по душе. И, безусловно, хочу, чтобы вы вернулись в ряды именно самарской полиции. Глава региона Дмитрий Азаров пожелал кадетам хорошо учиться. При его участии корпус был создан и оснащен. Я думаю, здесь мы растим настоящих офицеров, настоящих патриотов. Уверен, что большинство мальчишек будет очень достойными гражданами страны, защитниками отчизны. А первая проверка боем уже скоро. 7 ноября кадеты по традиции примут участие в параде памяти на площади Куйбышева. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Отгремели последние аккорды. В Самаре завершился фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. В этом году он также посвящен памяти легендарного балетмейстера Мариуса Петипа. Фрагменты спектакля, который он ставил еще в 19 веке, в исполнении столичных артистов смогли увидеть и самарские зрители. Грацией классического балета любовалась и Алина Чемерис. Прежде чем выйти на сцену, артисты разминаются за кулисами. Сегодня в гостях у самарской публики звезды Большого театра. Она – девушка волею судьбы, оказавшаяся в цыганском таборе. Он – французский генерал, который приехал с требованием установить памятник своему убитому брату. Фрагмент из легендарной постановки «Пахита» прима и премьер Большого впервые танцуют перед самарскими зрителями. И
это уже 17-й фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. В этом году он посвящен еще и 200-летию со дня рождения великого балетмейстера и педагога Мариуса Петипа. «Пахита» была его первой постановкой в Императорском театре Петербурга. Далее «Корсар», «Баедерка», «Жизель» – десятки ошеломительных спектаклей. Именно в постановках Петипа утвердился стиль академического классического балета. Если Мариус Петипа – это наше наследие, то Алла Шелест – это яркая представительница школы Петипа и великая русская балерина, которая, как никакая другая, наверное, запомнилась своим зрителям, которые еще живы и помнят ее на сцене. Ну, поэтому такие два очень громких и очень важных имени в балете, и в честь таких людей нужно даже чаще, наверное, собираться. На финальном концерте в зале «Аншлаг». По словам столичных артистов, сама республика консервативная. Чтобы удивить искушенного зрителя, пришлось много репетировать. Новые трактовки и художественные ходы искали вместе с музыкантами. Нас не совсем видно, но нас очень хорошо слышно. Вот. И, наверное, в этом заключается основная, ну что ли, магия. В том, что оркестр не видно, а все зависит от музыки, которая идет из ямы. Она создает характер, она создает настроение. Я уже молчу о богатстве тембров, красок, темпов и так далее. Что касается Самары, то здесь как-то всегда, даже на сцену выходишь, как-то тепло становится. Потому что, во-первых, сцена достаточно компактная. Во-вторых, прекрасный пол. Я вообще нигде не встречал такого мягкого пола ни на одной сцене мира. Я не знаю, что здесь лежит, какое покрытие. Но пол потрясающий здесь. Вот. И как-то публика, она всегда здесь добродушно настроена. И всегда приятно здесь танцевать. За время фестиваля зрители также увидели выступления артистов из Мариинского и Михайловского театров, исполнивших роли, в которых когда-то блистала легендарная Алла Шелест. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События». Набирают высоту. Самарские крылья советов после успеха в Кубке России одержали победу и в первенстве России, а «Нову» в сухой обыграла питерский волейбольный «Зенит». Андрей Горгуленко подробнее. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Крылья советов сокращают отрыв от лидера ФНЛ. Волейбольная «Нова» покоряет новые высоты. «Лада» теряет очки в Челябинске. «Лада» в очередном матче КХЛ уступила в упорной борьбе челябинскому «Трактору». В первом периоде ни одной из команд отличиться не удалось. В начале второй 20-минутки «Ладе» пришлось менять вратаря. Получившего повреждение Александра Лазушина на последнем рубеже сменил Антон Красоткин. «Трактор» сразу же оказал давление на свежего голкипера и добился своего. На второй перерыв команды отправились при счете 2-1 в пользу хозяев. В третьем периоде трактористам удалось создать себе комфортный запас в две шайбы. «Лада» смогла вернуть интригу в матч. В концовке тольяттинцы устроили навал на владение Василия Демченко. Заменили вратаря 6-м полевым игроком, но реализовать большинство не удалось. Итог 3-2 в пользу челябинцев. «Лада» продолжит уральское турне игрой в Екатеринбурге против «Автомобилиста». Волейбольный клуб «Нова», переиграв в 8-м туре российского чемпионата «Санкт-Петербургский «Зенит», поднялся на 3-е место в Суперлиге. Игра прошла при «Аншлаге» и завершилась со счетом 3-0. «Нова», продемонстрировав свои лучшие качества, ярко переиграла команду, в составе которой играют олимпийский чемпион Александр Волков и победители Лиги чемпионов Камеха и Филипп Воронков. Победа над питерским «Зенитом» позволила волжанам единолично закрепиться на 3-м месте в турнирной таблице Суперлиги, что произошло впервые за всю историю существования команды. Следующая игра с участием «Новы» пройдет в МТЛ-арене в субботу, 4 ноября. В Самару приедет клуб «Газпром Югра» из Сургута. Начало встречи в 17 часов. Игра 20-го тура ФНЛ первенства России «Крылья советов Олимпиец», собравшая на стадионе «Металлург» почти 2500 зрителей, завершилась победой самарцев со счетом 1-0. Волжане владели преимуществом на всем протяжении игры, но матч прошел без особых острых моментов, если не брать удар издали от Азара Алиева, и плавно перетекал в нулевую ничью. Но на 86-й минуте в чужой штрафной сбили Данила Кленкина, и защитник Дмитрий Яченко четко исполнил 11-метровый удар. Для защитника это 4-й забитый мяч в сезоне, все они были забиты с пенальти. Самарцы сократили отрыв от лидирующего Енисея, который сыграл ничью в Тюмени. Теперь разница между командами 7 очков. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся!